И здесь у нас всякая мелочевка. Какие-то монеты. Всем здорово! Сегодня еще один выпуск распаковки покупок с полигона ТБО, то есть с помойки. Вот такую коробку мне принесли сегодня. Прикольная коробка. От чего у нас? Финансовая группа Life. Ну, какие-то документы, скорее всего, были. Цвет огонь. Такая увесистая, но, к сожалению, одна. К сожалению, одна. И там не так уж и много, как хотелось бы. Хотелось бы, конечно, больше. Вот так оно выглядит внутри. Здесь у нас пусто. И вот такая небольшая кучка моих покупок. Сразу скажу, отдал я за это дело немало. Немало. Но что делать? Тут есть очень интересные аппараты и очень интересные вещи. Поэтому убираем коробку в сторону и по одному поехали. Начинать будем с неинтересного. Это всякие разные провода. Вот такая кучка проводов. Всякий шлак. Сейчас все скидаем, все посмотрим, все оценим. И поймем, интересно ли нам оно. Нужно ли оно нам, нужно ли это хранить. Вот это вот дело. Давайте вот так вот поставим. Это дело в мусорку. Во-первых, это не гигиенично. Мало ли кто это носил. И, ну, это нам не надо. Такого добра у нас хватает у самих. Далее, зарядник от Nokia. Оригинал. Тонкая Nokia. И это дело мы оставим, конечно, оно, если оно рабочее, оно нам всегда пригодится. Nokia зарядники сейчас хорошие не купишь. Китайские говно работают два раза. Еще один Nokia зарядник. Характеристики. Что бы не по характеристикам? Никогда не задумывался, не читал. Так, сейчас я прочитаю сам, потом вам это все расскажу. Кстати, здесь 5 вольт, 350 миллиампер всего. А здесь также, вот смотрите. Никогда не думал, что так мало. 5 вольт, 350 ампер. Вольт, миллиампер. То есть, ну, совсем маломощные зарядники. Хрен с ними, зато оригинальные пригодятся в любом случае. Оставляем. Далее, прям в своем пакетике. Новенький переходник под SATA жесткий диск. Это под 2,5 мм. 3,5 он, к сожалению, не раскрутит. Но, тем не менее, он абсолютно новый. Абсолютно новый. И очень даже неплохо мне пригодится. Чтобы не разбирать постоянно бокс с жестким диском, не оставлять от вас свой диск. Для проверки клиентских дисков это дело мне пригодится. Стоит, по-моему, оно сейчас в магазине порядка рублей 300-200, ну, что-то типа такого. То есть, ну, уже довольно неплохо. Далее какой-то у нас провод USB, мини-USB. По качеству, кстати, неплохой, мягенький. No name, скорее всего, комплектный. Надо проверить, если рабочий, оставляю. Новенький AUX. От какой-то колонки. Ну, здесь сказать нечего. Абсолютно новый, чистый AUX. Также оставляем, пригодится. И поехали, потому что мне не пригодится. Вот китайские уши, какие-то вот такие, они мне абсолютно не пригодятся. Выбрасываем сразу же. Далее, раритетные самсунговские уши. Вот с таким вот разъемом. Давно не встречал. Оригинальные Samsung. Вот, пожалуйста. Так, фокус, где ты? Вот он. Samsung. Но они уже пошатанные временем. Вот такие они были изначально, вот так они стали. Оставлять смысла нету. Хотя хотелось бы, если бы они были целые, можно было бы оставить для коллекции. Такой у них провод. Прям хороший, знатный провод. И вообще толщина такая хорошая. Но, к сожалению, уже некомплектные. Так что выбрасываем. Также есть мини-USB провод. Не микро, а мини. Также, если он рабочий, вполне пригодится. Сейчас очень трудно найти хорошие мини-провода. Бывает, пригождаются. Вот тут куча наушников. Вот такая вот. Запутанная. Не знаю, даже смысла нет, наверное, разбирать. Здесь вот какие-то с заушинами. Какие-то эски. Это самсунговские, типа вот китайские. И всякая шняга. То есть, ну, смысла нет разбирать. Здесь все китайщина. Ничего дорогого нету. И все перепутано. Также идет в помойку. И осталось у нас не так уж и много здесь.
опять же, оригинальные уши от Samsung уже посвежее, вот с таким вот, вот с таким разъемчиком. И уже, от LG, извиняюсь. Это был у нас LG такой с FM радио. Ну, уже тоже пожеванные жизнью, к сожалению, пойдут в помойку. Также у нас здесь имеется фокус. Что с тобой сегодня? Зарядка от Sony Ericsson. Это уже копия вот такой фирмы. Кто помнит эту фирму? Раньше все зарядники были вот такие. Я прям помню коробочки. Что по характеристикам у нас? 5, 5,7 вольт. Странно. Какой-то странный вольтаж. 5,7 вольт, 800 миллиампер. Интересно. По-моему, там должно быть 5 вольт. Все-таки не 5,7. Но производителю виднее. Еще один огрызок мини-кабеля. Коротенький, сантимов, наверное, 30. Посмотрим, если рабочий пригодится. И целый картридер. Puma. У меня такой раньше был, только зеленого цвета. Продавались, по-моему, в Роспечати. Вот это дело мне нужно. Хорошие были картридеры. Сразу с проводом. Я свой, к сожалению, потерял. Но если это рабочий, это будет шикарно. Потому что у меня сдох картридер в банке почему-то. Не знаю почему. Все дрова стоят, но флешки он, собака, не читает. А порой надо. И убираем шлак. И начнем. Пододвинули ближе телефоны и видим вот такую красоту. Ну не шикарно ли? Это все наши отголоски прошлого. Вот здесь, конечно, это у нас не по теме. Это у нас сим-лоток от айфончика. Его я оставлю, мало ли от какого пригодится. Также имеется какая-то крышка. Не знаю от чего. Явно не отсюда выбросим. Три аккумулятора от LG. Кстати, оставляю от LG, всегда нужны. Сонька, скорее всего, Puma дохлая. И BL5CB. Это Nokia 5C, 5CB. Одинаковый аккумулятор, короче, чуть толще, чем 4C. Оставляем. И вот такой у нас первый товарищ на глаза попадается. Проверять не будем сегодня, не хочу тащить сюда лабораторник. Весь целый. Аккумулятор у нас не намокший. Красный индикатор не горит. Корпус состояния более-менее такое. Вот здесь не знаю, что было, но что-то явно было. Слайдер. По-моему, вот здесь должна быть подсветка. И целых 2 мегапикселя камера. Смотрите, какая огромная. Не то, что на айфонах сейчас. Телефон у нас данный поддерживает карту памяти. Естественно, своего формата M2. Memory Stick M2. По-моему, мини она какая-то называлась. Не помню. Уже не помню. Было давно. Состояние хорошее. Скорее всего, телефон живой. Я такой же телефон топил в ультразвуке. В воде включенный. Есть видео на ТикТоке. И после ультразвука он благополучно высох и включился, работал. Телефон неубиваемый. Далее. Nokia C5. Вот в таком состоянии. Крышки задней, к сожалению, нету. Но у меня должна быть крышка. Телефон также поддерживает у нас карту памяти. Здесь обычная microSD карта. Одна сим-карта. Ну, стандартно для Nokia тех лет. Данный телефон уже должен поддерживать 3G. И также имеется фронтальная камера для видеозвонков. Вот такое состояние, кстати, неплохое. Но, к сожалению, телефон у нас не включает. Скорее всего, севший. Просто не стал заряжать. Вот как они были, вот так и показываю. Самое интересное в этой коробке — это вот такой у нас диктофон. Диктофон от компании Sony. К сожалению, подразобранный. Но, я думаю, рабочий. Вот на таких вот маленьких, смотрите, размер, маленьких кассетах фирмы Sony. Здесь, я так понимаю, 60 минут записи. Сделано в Японии. Кассета прикольная вообще. Огонь. Оставлю себе чисто вот так вот поставить на полку. Закручу его. Даже если он не работает, я его себе оставлю. Чисто соберу только. И что-то я его обратно теперь закрыть не могу, к сожалению. Интересно.
наверное, все-таки вот так, да, вот так. Здесь также сразу есть динамик, и работает он на двух пальчиковых батареек. Там маленько что-то все поржавело, но ничего страшного. Даже если не работает, повторюсь, оставлю себе сам микрофон. И здесь на внешний, и, я так понимаю, на наушники. Громкости. Здесь у нас паузы. Кнопка записи, кнопка воспроизведения, а это счетчик. То есть он еще и считает, может сам считать, сколько он записал. Довольно интересная вещь. В свое время стоила, наверное, очень дорого. Кстати, он может питаться от внешнего источника, но, к сожалению, на 3 вольта. Такого блок питания у меня точно нету. Довольно интересный аппарат. Оставлю, проверю. Кому интересно, пишите. Может быть, сниму видео, как будем восстанавливать. Следующий аппарат у нас Nokia. Опять же, батарейку я здесь уже поменял. Кстати, это батарейка с этой же коробки, но она заряжена. Nokia, модель у нас где-то 6320. Также на одну сим-карту. Также у нас поддержка карты памяти microSD. 2 мегапикселя камера. И этот аппарат у нас включается. А, да, вот здесь сверху. Мигнула сбоку подсветка. Так, кнопочка там. Довольно неудобные кнопки у них были. Не могу сажать нормально. О, включился. Вот так включается аппарат. Я думаю, этот аппарат вполне рабочий. Скорее всего, ему ничего нету. И у нас здесь, кстати, разъемчики, смотрите. Мини-USB. Это у нас 2,5 джек под наушники и тонкая Nokia зарядка. Полностью включился, весь у нас функционирует. Давайте проигрыватель. Да, попали в проигрыватель. Ну-ка. О, он даже еще поет. Оставляем огонь. Сонька. Сонька. Кстати, данная батарейка от нее. Давайте попробуем поставить. По-моему, он даже включался. Только надо найти кнопку включения. Да, вот она сверху. Зажимаем. Ничего не происходит. Еще разок. Ничего. Наверное, сел. По-моему, эта Сонька включалась. Точно не помню. Ну-ка, третий. О, да. Что-то мигнуло. Пробуем еще раз. Нет, севшая, скорее всего. Нет, включилась. Смотрите. Включается Сонька. Проблема этих Сонек старых, что у нас тут есть такой упрощенный мод и обычный. Заходим в обычный мод. И, к сожалению, ничего сделать мы тут не можем. Только зайти в демо-режим и посмотреть превьюшку данного телефона. Более ничего. Давайте посмотрим его модель и посмотрим его внешний вид. Модель данного аппарата у нас. Где? Не наблюдаю. Здесь тоже нету. Стоп. Кто видит? Я не вижу. W510 или 610i. Также на одну сим-карту, карта памяти Memory Stick. И состояние такое. Телефончик у нас где-то был чем-то намоченный, видно. И крышка задняя, к сожалению, у нас здесь не фиксируется толком. То есть она у нас сваливает. Но телефон довольно интересный. Здесь также есть ИК-порт, видите. Давно ли увидели ИК-порт в телефонах? Хорошая была штука. Никогда не забуду, как сидели на партах и перекидывали свои картинки, видосы по этому данному порту. Также некоторые аппараты могли передавать игры. Но не будем на этом зацикливаться. Пойдем дальше. Очередная Sony Ericsson. Смотрите, в каком состоянии. Огонь вообще. Чуть-чуть потертая. Люфтит маленько. Но это у нас ничего страшного. Модель Z550i. У нас здесь два экрана. 1-2 камера. Также у нас на 1,3 мегапикселя. И 4-кратный цифровой зум. Вот это вот зеркальце, знаете для чего? Вот оно сейчас затертое. А раньше можно было селфиться через него. То есть смотришь в него, видишь себя. И камера видит тебя. Посмотрим, что у него под батарейкой.
Также одна сим-карта, его модель, и поддерживает карту памяти Memory Stick. Закрываем и пробуем включить. Включается у нас он нестандартно, отдельно выведена кнопка на клавиатуре. Зажимаем, и есть старт. Телефончик у нас включается. Включается. И такая же проблема. Симки нету, до свидания. То есть делать ничего нельзя. Ни послушать музыку, ни послушать радио, ни сфоткать, ничего нельзя. И у нас здесь ставьте сим-карту. Вот такая вот печальная надпись. Хотя могли бы сделать полноценный функциональный телефон. Без сим-карты можно было пользоваться плеером и камерами. И последний аппарат на сегодня. Это у нас вот такая вот Nokia. Давайте его вскроем. Здесь либо не от него аккумулятор, скорее всего, должен быть 4C здесь, потоньше. Либо он маленько вздулся. И моделька у нас X3 2.0. Это уже более современный. Год, конечно, не скажу. Здесь, по-моему, нигде не написано. Но такой, более новый. Здесь уже и Bluetooth. Их порта здесь уже, к сожалению, нету. Также поддержка карты памяти microSD. Одна сим-карта, которая вставляется вот сюда. Вот такой у нас сим-лоточек. Давайте вернем на место аккумулятор. И камера здесь уже на 3,2 мегапикселя. И это у нас слайдер. Кнопка включения у нас по стандартному, как на современных телефонах. Включаем. Батарейка севшая. Давайте. Ой, извиняемся. Не туда нажал. Так, подтверждаем без сим-карты. Закрываем аппарат. И наслаждаемся полноценным телефоном, который полностью функционирует. Можем слушать музыку. Можем пользоваться камерой. То есть, если бы Сонька делала так же, думаю, было бы намного лучше. И здесь у нас уже опять зарядка тонкая Nokia. Разъем microUSB здесь должен быть. Да, microUSB. Которым, кстати, никто никогда не пользовался. Он абсолютно новый, смотрите. Абсолютно чистый разъем, новенький. И у нас здесь уже джек 3.5 под наушники. Вот такой аппарат. Отдельно выведена кнопка камеры, которая не включается при севшем аккумуляторе. Да, не включится она. Зато он будет пиликать 3 дня еще, что он сел и не выключится. Это мне знакомо. Выключаем. Также вот это тоже выключить. Так, у него отдельная кнопка. Включаем. И осталась одна коробка. Вот такая. Коробка портсигар из-под сигарет Winston. Никого не призываю курить ни в коем случае. И здесь у нас всякая мелочевка. Какие-то монеты советские, потом загуглю, посмотрю. Какая-то пуговица. Остаток от лезвия. Динамик от Nokia. Также какие-то динамики. Гвоздь, который воткнулся в динамик. Кусок какой-то антенны. Кусок штекера от антенны. Стопорное колечко. Разъем от Nokia. От старой, по ходу дела, какой-то. Динамик от Samsung. Это у нас от наушников сразу выкидываем. Кусок какой-то изоляции тоже выкинем. Какие-то непонятные мне динамики, болтики. Еще динамик. Какое-то есть колечко непонятное, тоже выкинем, сразу не нужно. Вибровызов. Все склеилось. Значок у нас здесь стрельца, смотрите, какой подвесной. Еще динамик Nokia с антенной. И так по мелочи. Вот здесь еще слиплось. Сейчас посмотрим. Так, это у нас какая-то застежка магнитная. И какие-то очень хорошие магниты, которые себе оставлю. Вот такая вот довольно интересная карабулька. Давно не видел вот таких портсигаров, но вот они. Ну что, товарищи, вот такая кучка была покупок с полигона ТБО, то есть с помойки. Люди нашли, собрали, принесли, продали. Надеюсь, вам понравилось. Кому было интересно,
пишите комментарии. Кому было интересно про телефоны узнать, пишите про какие конкретно. Может, что-то поснимаем отдельно. И всем пока. До новых встреч.